Внеплановое заседание антитеррористической комиссии прошло сегодня в столице Чувашии. О проделанной работе и дополнительных мерах безопасности отчитались руководители объектов транспортной инфраструктуры. В целом, все городские предприятия переведены на особый режим работы. Повышены меры безопасности. Ситуация в целом находится на контроле, заявил в интервью нашей телекомпании замглавы администрации столицы Алексей Маклыгин. Во всех транспортных предприятиях сейчас усилена работа специалистов по безопасности, водителей, контролеров. Будут обследованы и обследуются все транспортные средства. Кроме того, на всех автовокзалах, железнодорожных вокзалах и аэропорту повышены меры безопасности. Также все сотрудники безопасности проинструктированы о необходимости дополнительных мер. Сейчас по всем школам и детским садам проводится разъяснительная работа с детьми на предмет того, что нельзя поднимать, брать незнакомые предметы, что они могут оказаться опасными для здоровья.